Наша погода прекрасная, уральская. Седьмой день идет дождь, моросит, ливни, все залило. А сегодня мы вам будем рассказывать про павильоны. Павильонов у нас серии стандартные три вида. Это павильон 2 метра шириной. А у них высота стандартная у всех 1,80 м прямая часть. Но высота в потолке, например, у 2 метров. У 2 метров поменьше. 2,35, если мне память не изменяет. Зайдем внутрь. Двери, все как помнят, у нас все стандартные. У двушки особенность в том, что она изготовлена цельносварная. Рама арки и рама торца. Торец, значит, стойка на всех павильонах 40 на 40, верхняя труба 20 на 40 и ребро 20 на 40. Вот такое цельносварное. Можно делать из них беседки закрытого типа, всевозможные постройки и так далее. Очень такая красивая конструкция, небольшая. Обратите внимание, прямая стена и арочного типа крыша. Идем дальше. Павильон 2,5. Отличие только в ширине и уже в высоте. Он такой же высоты, как двушка, 2,35. Но у него дуга идет уже разборная. То есть торцы и арки разборные из двух половинок. И арка идет в виде фермы уже. Видите? Вот такой в виде фермы. Идем дальше. Павильон 3 метра шириной. Это уже высота 2,57 м. Вот эта высота. И высота стен 1,80 м. Зайдем внутрь. Также стойка 40 на 40. И дуга в виде фермы. Собирается болт. И на 2 самореза сверху. Вот такая мощная арка. В чем преимущество? Ну, первое, это, конечно, оцинкованная труба, полимерно-порошковая покраска и вся фурнитура. Обратите внимание, сейчас покажем. Все вот это вот примыкание угловое, все уголки, переливы, перфолента и профиль торцевой, это за дополнительную плату, вот этот перелив. И уголок идет в комплекте. Также идет в комплекте в базовой цене резинка, уплотняющая торец и крышу. Фурнитура. Шайбочки, саморезы, крючки, петли, ручки, замки идут тоже в комплекте. Отлив. Это все в базовой цене. Все, что дополнительно, это... и дверь идет цельная одна в комплекте, в базовой стоимости. Если вы хотите дополнительно, форточка в двери, форточка в торце, форточка стеновая, фрамуга, защита сот, перфолента, торцевой профиль, автоматическое открывание, все это за доп. Плату. Также можно сделать еще красиво вот так отливы по периметру, видите? Так вот. 50 на 50. Вот вроде бы все, рассказал о павильонах. Все преимущества вы наши знаете. Также гарантийный срок службы от 20 лет. Гарантия 10 лет. Вот смотрите, вот эта форточка стеновая. Ее можно установить как ручную. Просто на крючке, обратите внимание, да? Вот. Также на газлифтах. Так вот, если берем газлифты. И возможность установить, конечно, термоприводы. Нужно будет рычаг делать, чтобы они автоматически открывали. Преимущество форточек в том, что, видите, везде нахлёст. Здесь нахлёст, здесь ничего не прорезается. Все плотно, герметично, аккуратно. Как и верхние фрамуги. То же самое. Видите, это на газлифтах с ручкой. Сейчас мы вам покажем автоматическую. Обратите внимание, фрамуга, видите, со всех сторон она герметична. Можно еще проклеить резинкой уплотняющей, чтобы вообще было герметично. Она установлена с автоматами, сейчас закрыто все. Также можно установить дверной термопривод. Видите, сейчас закрыто, он холодно. Вот такой рычагового типа. То есть форточка открывается автоматически сама. Даже, видите, замок здесь снят. Замок снят. Чтобы форточка сама открывалась и закрывалась.
Ну вот, вроде бы все. Мощные конструкции, качественная покраска, качественная труба толстостенная применяется 1,5-2 миллиметра. Сварка качественная, фурнитура. То есть все идеально практически. Ну и как обычно, Муся, поздоровайся. Муся не хочет здороваться. О. Поэтому всем до новых встреч. Смотрите.